Сегодня я научу вас, как создавать новогоднее настроение. Гирлянда, камин, елочка, свитер с оленями. Вроде неплохо, да, но как-то не закончено. А, все, я понял, нужен новогодний колокольчик. Чего-то еще не хватает, точно, подарков тех, что потом не нужны, но и выкинуть их тоже жалко. Ваза, портрет коня, невкусные конфетки, какой-то сертификат на мастер-класс по пельменной лепке. Хватит, подарки должны быть полезными. Сделайте для друзей список хотелок, будьте с ними честными, но не пишите сразу новый смартфон, а то будете встречать Новый год потом вдвоем с котом. Да и в виш-листе есть проблемный момент. Нужно будет думать, что полезное дарить в ответ. Вот я, к примеру, подарю вам очень полезный совет. Ведь я знаю, что нужно всегда связь и интернет. Зайди в приложение Билайн и получи 100 сот. Это тебе сейчас, но как будто бы на Новый год. На соты прокачай аперу суперспособности. Они маленькие, но у них большие возможности. Выбирай сам, что нужно тебе. Если до сих пор нет апера, тебе от Билайна привет. Они уже сейчас подарки дарят клиентам. Вот Юнг мне подарил 15 гигабайт пакету.